приветствую вас. На самом деле, фото немного странное, но фото, как мне кажется, один видеоблогер, вот, игровой журналист. Вот, ну, ладно. Значит, смотрите, 12 лет, это кризис определенный, потому что вы довольно долго вместе были, довольно долго вместе провели, ну, довольно много вместе провели времени, и, соответственно, чувства могли охладеть, и, ваш муж может не чувствовать какую-то вот возможность изменить ситуацию, ну, в лучшую сторону, да, ваш муж может, ну, не чувствовать, что он способен на что-то повлиять, что по итогу и приводит к тому же, что сейчас он говорит, что не любил и не любит и никогда не любил. Вот, то есть это такое вот некое обесценивание происходит, да, ситуация, которую, ну, вы описываете. Порой, если ничего не делать, то есть если сейчас мы никак вот не вмешиваемся в то, что происходит, да, если сейчас мы никак не влияем, не пытаемся влиять на ситуацию, если мы сейчас просто дадим ситуацию развиваться так, как она развивается, вот, что 50 на 50, что муж от вас действительно уйдет и что он останется с вами. Вот. А с небольшим таким перекосом все-таки в сторону того, что он от вас не уйдет. Потому что ну, достаточно тяжело люди меняют, значит, ну, свои привычки, достаточно тяжело люди меняют свои привычные модели поведения, вот, и из-за этого, я думаю, что муж ваш достаточно большую имеет вероятность того, что, ну, он не уйдет. Вот, хотя, конечно, тут вот, ну, опять же, 50 на 50, но больше, как бы, вот, исходя из статистики, да, как бы, ну, именно уход, да, особенно если, ну, такой вот уход, это происходит реже. Вот, тем более после столь большого количества времени, которое вы провели вместе. Вот. С другой стороны, конечно, ему могло столь же сильно надоесть быть с вами, да, но это уже, как бы, ну, такие детали, да, то есть это уже более личная информация, скажем так. А вот, если попытаться разобраться с этой ситуацией, если попытаться ее рассмотреть, если попытаться, значит, изучить и поисследовать эту ситуацию, вот, то, возможно, получится что-то поправить. То есть я имею в виду, что, ну, возможно,
получится что-то изменить. Можно найти причины ваших трудностей, можно найти причины ваших проблем, можно найти подводные камни ваших отношений. Вот, и, соответственно, уже после этого разобрать, что можно сделать для того, чтобы ситуацию исправить. Вот, можно это сделать. Но сейчас ваш муж обесценивает все, что касается ваших, ну, ваших чувств. То есть он же пытается защититься от чувств. А происходит это тогда, я вот мог бы сказать как правило, но это, наверное, было бы не совсем корректно так сказать. Происходит это порой из-за неоправданных ожиданий, то есть вот ожидания не оправдались. Вот, и, соответственно, ну, если ожидания не оправдываются, то как раз таки ну, появляется такое вот желание обесценить то, что ранее чувствовалось. Вот. Поэтому здесь наиболее идеальным вариантом было бы постараться понять, что именно вашему мужу хотелось, да, то есть чего он ожидал, на что он рассчитывал, какие у него были ожидания. Вот, и как сейчас можно их, эти самые ожидания, реализовать. И можно ли вообще это сделать. Потому что, ну, понятно, что возможности могут быть ограничены. Ситуация бывает еще и такой, что, например, появляются проблемы при построении общения, когда люди не могут как-то вот ну, общаться. Когда у людей возникает проблема в общении, оно, это общение, людей не устраивало. Такое тоже бывает, к сожалению, достаточно часто, и на это крайне важно обратить внимание. Да, то есть, может быть, вот подкорректировать ну, то, как вы общаетесь. Вот. И, соответственно, уже вот, исходя из этих моментов, уже дальше смотреть, что можно сделать. Ну, то есть, как вот ситуацию можно поменять, да, там, подкорректировать и прочее. Вот. Вот так вот я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.